Закрой глаза. Не хочу. Закрой. Не хочу. Просто закрой. Ну, добре. Не задавай вопросов. Не задаю. Почему, зачем, для чего? Просто закрой. Да не задаю. Хотя бы на пару секунд. Закрыл. Закрыл? А теперь представь его или ее. Кого? Представь. Кого? Вспомни. Вспомни все до мельчайших подробностей. Цвет глаз, улыбку, ямочки на щеках. Вспомни все. А теперь открой глаза. И напиши этому человеку. Математически? Найди, позвони, раздобудь, будь с ним. Нафиг. Я не, спасибочки. Пацаны, если бывшая пришлет вам сообщение, удали мой номер, ответьте, а это кто? Эта девочка топ, воу, круче, чем фотошоп. Сердце пуль, как глок, ты для нее не готов. Тебе в голову лезет эти строки для песен. Она не рядом, да бесит, но раз влюбился, да бесит. Эта девочка с картинки, мне так нравится. Почему нас все время мусора только ищут, а красивые тёлки не ищут? Каха, ну! А почему, братан? Потому что мы порядочные пацаны. Это 100%! Конечно, кто сомневается, я тому за эти слова ответить смогу! Пусть знают! Конечно! Фиг ты, полицай, защипи мои фата, бэхаты, кэм, визум. Хоть и трещь, видео с Макс Тюльсом, вандези, ум. Я не кэш, ходом кэс, ну, по флэшу. Летит крузак 200, позади крики басоты. Снова болит на что-то, снова грузит кого-то. Да, алкоголь, фу, сигареты, фу. Парень, посмотри на мою эстетику. Вообще, когда не Ну не путай, мальчик, ты отойди подальше. Почему ты плачешь, если сам базар ты начал? Кто долбоебы сказал 300, бля? Я выезжаю, во! Напоила нас, я дам из льда. Люди врут порой, я давлю на газ. Я давлю на газ, где-то за мечтой. Волки будут нам, я плачу собой. Я плачу богам, я плачу богам. Я купил сигареты, здорово, музыка, здорово. Здорово, здорово. Сдача где? Какая сдача, как, а мы на Красной Поляне. Мы еще должны остались. Цены с ума сойти, цены какие-то. На груди, не подведи, чтобы до дома я смог бы дойти. Обнять родных, да и всех на пути, кто вставал с колен, чтобы себя найти. Да мне так... Не сдам ЕГЭ и стану шлюхой, или безработной. Станет жизнь моя тогда простой и беззаботной. Никакой зарплаты, значит, никаких налогов. Только сон под звездным небом ночью у дороги. А мы опаздываем! О, пошли автобус, садись! Нет, я сказал! Мы заплатим! Нет! Заплатим! Нет, я сказал! Поехали! Автобус! Я же сказала нет! Да мы заплатим, опаздываем! Не надо мне эту ванну здесь! Водитель, поехали, мы опаздываем! Да дайте выйти, там не женщина! Выйдите! Я сказал, выходим! Все, я понял! Едем! Поехали, Женя, выйди! Пацаны, вы что, совсем там охуели? Вы когда рожу мажете и в юбках танцуете перед камерой, вы тогда себе напишите какой-нибудь ник тогда девчачий. А то пишешь ты тут, мужик ты, блядь, какой ты мужик, ёптвою. Пролезть зависшую в воздухе штурмовку. Такой эффектный трюк пока никто не повторил. А еще спасатель свободно подтягивается с кислородным баллоном, вес экипировки дополнительные 15 килограммов, и с легкостью вытягивается флажком на пожарной машине. Задает высокую планку физподготовки, говорят коллеги. В карауле много молодых ребят, и для них такой пример – дополнительная мотивация, ведь каждый пожарный должен быть выносливым, сильным и ловким.